Став папой, священник Дмитрий Березин задумался над тем, что в море изданий о детях и их воспитании нет периодики для отцов. Для мам, пожалуйста. Журналы, посвященные здоровью ребятишек, как вкусно накормить, советы психолога. А как должен воспитывать малыша папа? Какова его роль в семье и в жизни чада? Именно так и родилась идея создать мужской интернет-журнал для настоящих пап «Батя». Задача журнала, по большому счету, поговорить об отцовстве. Поговорить об отцах и внимание привлечь к вопросам отцовства вообще. Потому что сейчас уже ситуация немножко меняется, уже идет речь о создании Дня Отца, об учреждении. Уже мы видим, что мероприятия, которые посвящены семье, все чаще и чаще там отцовская тематика уже звучит, да, она уже становится обязательной. А в 2007 году, несколько лет после, тематика отцовства вообще как-то отсутствовала в сфере информационной в первую очередь. Журнал подчеркивает важность отцовства и по-настоящему интересен. Здесь можно найти увлекательные для мужчин статьи на тему образования и здоровья, уроки преодоления трудностей, идеи совместного времяпрепровождения с ребенком, поучительные истории из жизни. Есть рубрика «Судьба отца», где рассказывается о наших отцах, о современниках. Всегда интересно, всегда опыт живой, потому что в учебнике написана теория, а практика она всегда разная. Люди разные немножко. В рамках интернет-издания реализуется несколько проектов. Один из них – ежегодное семейное авторалли. Стартует оно в начале января. Главное условие участия – семейный экипаж. Такой отдых – целое приключение для родителей и детей. Еще одно направление – конкурс рисунков и фотографий. Один из лучших – рассказы об отцах. С удивлением обнаружили прекрасные рассказы, очень трогательные, какие-то веселые были, но очень живые. То есть видно, что любовь к отцу в людях очень, в любого возраста, да, и в детях, и во взрослых, она, конечно, проходит красной нитью через всю жизнь. Еще один из проектов интернет-журнала – это выпуск вот таких печатных тематических альманахов. Например, вот этот «17 лучших дней в жизни» – практическое руководство к действию, как интересно и с пользой провести время с ребенком в любое время года. Открываем лето и, например, семейные велопробеги. Здесь подробно описана подготовка, выбор маршрута и что интересного можно посмотреть. К сожалению, эти альманахи приобрести в свободной продаже нельзя, но любую статью можно найти на сайте журнала «Батя». В 2015 году Дмитрий Березин, как руководитель журнала, стал соискателем премии губернатора Подмосковья. Поддержка руководства региона поможет реализовать многие планы и задумки. Кто знает, для скольких отцов это окажется полезным в непростом деле воспитания подрастающего поколения. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.